Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Совесть на Волге с Самары. Вот мы спустились по скверу Челюскинцев. Вон салют. Кладье. У нас в Самаре сегодня день города. И должен быть салют, но мы до салюта, конечно, ждать не будем, потому что еще целых 2 часа. Так, ну пойдем к Волге. До Волги был какой-то небольшой шаг. Это у нас четвертая очередь набережной. Лазни. Так, что вам еще показать? Все вокруг. Люди гулять идут. А люди идут, не знаю, куда люди идут. Воскресенье вечером, с ночи спать пора. Сегодня у нас отменили все концерты на площади Куйбышева. Поэтому все идут сюда. Это у нас, так скажем, не очень любимое место. Не наша любимая набережная. Огни за Волгой. И спускаться по этой лесенке. А что там такое он сверкает? Да вот, я не знаю. Вот эта ладья. Сейчас мы спустимся, покажем ее с другой стороны. Мне бы скорее сейчас спуститься. Не предусмотрено для слабовидящих. А обычно рисуют тут всякие разные полосочки красивые, желтенькие. Так что, друзья, я спускаюсь, держусь за поручень. Не обессудьте, если телефон так немножечко потряхивает. Ой, а вон какие красивые там фонтаны. Пойдем к ним. Ну вот она, ладья. Вон, светящий. Смотри, за ручкой. И темно, и темно. А там еще кто-то что-то говорит. Ага. Не концерт? Ой, не знаю. Я тут навернусь. Могли бы подсветить вот эти вот ступенечки, вот эти вот гранитные, могли бы подсветить. Ну, то есть вот так день города проходит скромно. И главное, никаких не было объявлений. Мы упорно искали, какая будет программа, но ничего так и не нашли. Вот видите, вот это вот, вот видите, вот это вот, это за Волгой огоньки. Вот она, ладья. Пойдем посмотрим, что там. Показал фонтан. Показал. Ну, какой-то вот он однообразный. Нет, он сейчас другой цвет будет. Зеленый, красный. Да? Меняет, да, цвета? Меняет, смотри. Видишь? Да, вижу. Сейчас спускаться вниз. Ой, еще и вниз спускаться. Так пойдем. Это ужасно. Вон кораблик плывет. Видите, кораблик плывет? Да, вот. Смотрите, кораблик плывет. Волги. Не видно.
Ну пойдем посмотрим, что там есть. Ну пойдем посмотрим. Ну тут темно. Или внизу. Фиг его знает. Непонятно. Спускаться я не хочу. Темно. Страшно. Это очередь набережной у нас не так давно построена. Не так давно. Четвертая. Я маленькая была, она уже была. Ну вот вторая очередь, которую мы показывали, на полевой. Вон там вон кораблик тоже плывет, видите? А это там внизу что-то происходит. Она у нас давно. И ее вот, что мне понравилось, вот с этой очереди, с четвертой, соединили. И там есть проход, что можно, ну, пройти на полевую или проехаться на велосипедике там. То есть не обязательно подниматься вверх. Какая-то фигня. Чуть не ругнулась. А сказали, ни одной сцены не будет. А, тут фильмы показывают бесплатно, да. Тут уже в честь Дня города, который день. Нет, они, мне кажется, и так показывают. Да, молодец. Вот, это у нас показывают бесплатно фильмы. Здесь у нас типа сцена. Это я помню, вот эта сцена, да, была, когда Грушинский мы смотрели, да, отсюда же мы смотрели. Я же в свою очередь задумался. А можно начинать сюда спускаться? Здесь видишь, как-то не очень, даже освещение темноватенько. Это, конечно, не Строковский сад. Ну, естественно. Так, подожди. Почему так темно, я не пойму. Сейчас освещение не могли побольше сделать. Мне не нравится. Привет. Ну что, спустимся? Вот третий праздник, никакого праздника. Выбирать типа скопление народа, чтобы не было по этим концертам. Нет, ну типа его без концертов нет, да, скопление? Глупость. Вот у них уже скопление. Скопление по-любому есть. А вот это что такое? О, интересно, работает, нет? Работает, вон идут туда. Ну вот видишь. Теперь будем знать, что здесь есть туалет. Воняет. Друзья, кто из Самары? Ой. Эпичное место. Пойдем быстрее. Я вот не знаю, куда. Улади. Я не помню вот эти. Туалеты. Ладно, вот эти вот био, а вот так-то большие, я что-то не помню. Мужской, женский. Может быть, вниз спустимся, там посветлее. Там тоже темно. Там вот этот вот проход, наверное, на полевую. Ну да. Но я думаю, что он более такой освещенный. Что? Ну, полевая? Проход. Полевая, конечно, более освещенный. Там памятник Засекину, который мы показывали. Да. Так, ну я вот тут вот. Никаких вам ларьков. Никаких вам зон отдыха, ни кафешек. Вон есть хот-доги, кофе, картошка. Единственный, да? Ну, смотри, какая очередь. Покажем, я дальше тут, когда надо спить. Ну, вот единственный. Я вот стояла эту очередь, чтобы хот-дог все. Это вообще июнь месяц был. Единственный. И все. Я не болела. И все. Артём, потише.
Тут еще главное это не сбили бы. Ну что, вниз туда спускаться? Темнота, кораблик плывет. И все. Все разлучение. Пехота вниз, а что там внизу? Ничего и нет. Волги не видно. Ну прям к Волге. По песку пойдем. Или что-то как планируешь? Ну я не знаю. Я хотела к водичке спуститься. А? Я хотела к водичке спуститься. Пойдем к песку. Весело вам, друзья? Вообще весь весело. Веселуха. Вот так в Самаре проходит день города вечером. Основное место скопления, потому что здесь будет салют. Здесь разве будет? Ну а где? Не знаю. Где-то обычно здесь. Баржи ставят обычно где-то здесь. Mm-hmm. Ну, салют-то это самое, с Волги. Порт землю салют. А что, вода прибыла, что ли? Я не понимаю. Вообще так близко вода. Или она так была вообще весь все лето. Мы ни разу не ходили на пляж. Тем более здесь. Сюда мы как-то и дальше. Не больно-то и. Что-то вообще. И хотелось. Сейчас посмотрим. Что ты там вообще пляж-то нет. А ты спустишься спать на ступени? Ой, а там еще ступени? Тут вообще булыжник. Да? Нифига себе. Покажи, покажи булыжник. Вот ты сюда вот, ближе подойди. Вот это мне надо вот сюда спуститься. Вот. Вот, вот, вот. Вот, смотрите, видите, какие крутые. Вон они. На. Нет, ну люди там вон что-то это. Ну понятно. Ходят, бродят, сидят. А что вода-то так прибыла, я не пойму. Ну, может быть, здесь... Здесь вообще раньше, по-моему, не было спуска. Может быть, мы просто далеко ушли. Обычно вот там вот они вот... Там дальше спуск. Ну да, здесь не было спуска раньше. Ну, пойдем к воде-то спустимся. Потом просто подниматься. Слушайте, друзья, все ради вас. Ой. Ну ладно я, ну ты-то. Как? Ой. Пипец вообще. Вообще. Это же кошмар какой. Это вот вот женщина поднимается. Все. Все, постой. Я поползу на четвереньках. А там вон какая-то эта иллюминация. Вон там видишь. А это, по-моему, ресторан. На воде. Так, друзья, идем по песку к Волге у Самары. Кто здесь жил и теперь далеко, вот послушайте, речной прибой, а ничего не видно, волны. Как бы вам показать, вот они вот, видите, кораблики плавают, это, наверное, прогулочные кораблики плавают, ничего не видно, темнота, а вон же, это вот пристань, вот, вот. И прогулочные кораблики. Вот она вам. Волжская вода. Смотрите, прозрачная, чистенькая. А говорят, цветет. Плеск волжской воды. Красота. Слышите?
Волга, Волга, мать родная. Родная наша река. Кто родился на Волге, меня понимает. Так, ну вот. Люди здесь еще есть. О, это еще что за чудо? Все. Как светит, прям в глаза слепит. Специально. Мне. Кто там в шляпе? Не знаю, кто-то там специально подсветил. Тебе свет. Ага, смотри, друзья. Видишь? Пойдем, а то какой-то ненормальный. У нас сейчас их много. Больных. Сегодня сижу на остановке, трамвай жду. Он с каким-то пальто, может, он этот, который открывает пальто и показывает. Трамваев нет. Что уехать тут невозможно. Вот вам и день города. Мы в тот раз с мамой сели, тоже ждали трамвай. Подсел мужик какой-то, ну, уже преклонного возраста, ага, стал и уже курить. И уже пьяненький такой, да? Да, спрашивает, вы какой ждете? Ну, я подумала, то, что он, может, тот же трамвай ждет, то, что его нет. Сидит, и потом такой, замуж не выходите, и разворачивается, уходит. Ну, это нормально. А ко вообще мне вообще подошел сегодня, говорит, деньги есть, дайте денег. Нормально. Я-то думала, сегодня в честь дня города бесплатный будет проезд. Давно уж этого нет. Ага, как бы не так. Хоть бы лишние трамваи бы пустили. Да прямо еще. Сейчас вот все поедут. Я ждала минут 40, а теперь придется пешком, наверное, домой идти. Ну, выключаюсь я пока, друзья. До всем привет с берегов Волги. Да, по-моему, что рассказать хотел-то. На работу я вышла. Всем привет, Анфиса. Вышла на работу, не долечилась, меня выписали. Значит, потому что врачи все разом из поликлиники нашей уволились. Да, кстати. Да, меня выписали. Даже лекарства теперь не выпишешь. Нет, я успела выписать лекарства, но еще не получила. Ой, какой, покажи корабль. Пока корабль едет, я расскажу. Я, значит, уши у меня болят. Вот он поехал. То есть у меня сложение на уши пошло, уши у меня прогулочный болят. Прогулочный, трамвайчик. Не проходит. Кончилось? Вышла я на работу, еле-еле. А с работы что на меня, короче, зуб наточили в чем? Я расскажу. Я выкладывала видео, которое снимала до болезни еще. Помните концерт? Если кто видел концерт самарской группы, я выкладывала «Рок-бар-подвал». Я выложила, у меня косички там еще были. Я выложила это видео, когда болела. И на работе подумали, что я не болею, а развлекаюсь, хожу к концертам. Вот так вот. А оказывается, болела ковидом. И работала, переболела. Это до этого, потому что когда я заболела в этот раз, мне сказали, что у вас легкие осложнения после ковида. Какого ковида я? Теперь легкие. Хоббл, да? Хоббл. Да. И вот уши я вот. Неизлечимые. И осложнения на уши. У меня болят уши. Кричит. Слышу, потому что ничего не слышно. Вот трамвайчик разворачивается и поедет вверх, наверное. Сторону. А, ну он поедет в сторону города. Вот туда он у нас, там основной у нас речной вокзал, Струковский сад, все там. Здесь какое-то зарево за Волгой, да? Вот такая здесь... вот от турбаз, что ли, там огоньки. Да, здесь у нас вообще была раньше окраина города. Мары мне заедет. Еще там трамвайчик, да? То есть прогулочных много. Непонятно, что это такое. Я тоже не понимаю пристань на дне и как это. Что оно тут вообще? Что-то люди выходили. Я вот когда ездила в Рождественную, я садилась на речном вокзале. А это куда они? Какой-то странный. Где они билет? Какой-то странный человек. Пойдем отсюда убавить. Какой-то этот. Ты его снимаешь, ему светит вспышкой, и он на тебя смотрит. Так что все, друзья, мы заканчиваем. Всем пока. Салют мы ждать не будем. Нет. Если, конечно, может быть, успеем, немножечко заснимем. Да ну куда ты, что за радость? Ну все, всем пока. Привет из Самары. Судья города. Я понимаю, что салют, если ждать, то такси надо ехать обратно. Сейчас денег нет. А на такси вообще? Я сколько проболела.
Еще не скоро у меня зарплата. Прикинь, люди еще зачем-то идут. Да. А я хотела еще попробовать, какая вода. Градусов 20, наверное. Ну ладно, все, всем пока. Пока-пока.